Ну, здравствуй, Удомлин. Давно мы здесь не были. С Ромарио. Рома со спиннингом, я с нахвостом. У меня две мушки, вот такая вот креветка и вот такой вот червяк. Можно на них что-нибудь поймать или нет, понятия не имею. Будем сейчас пробовать. Да, здорово. Что стоит? Стоит клебо. Клебо? Да. Сомик, да. Хватай, давай, я тебя защелкаю. В группу тебя отправлю уже. Ой, блин, я сегодня буду твоим фотографом, я чувствую. Вода, кипяток. Ага, отлично. На левую удочку клюет. Есть. 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 Это окунь обычный. Щелкни-ка меня. Здоровый окунь. Я таких здесь не видал. Как бы палец не вонзит. Так, плохо тот на хвостовик, у которого нет с собой складного октопуса. Будем пробовать. Ух, как сел, это хорошо. Не знаю. Что-то хорошо село. А? Не знаю. Не знаю, что-то хорошо село. Наконец-то. Давит, давит, и очень интересно. А? Здесь поймаю, да. Кто это, ё-моё? Да, это окунь здоровый. Ни хрена себе окуня. Вот давит-то. Охренеть. Вот это горбачи. Красавец. Друзья, не знаю, что там записалось, что не записалось. Вообще уникальная ситуация. Значит, нашел я точку, куда вышел в большом количестве сом канальный, вот на струю, бить малька. И вон видно, видно, гоняет сом, который прет на струю. Малек в огромном количестве прет на струю, по-моему, это уклей. Значит, ситуация следующая. Сом клюет на колебалке,
и обрывает. У меня три обрыва. Первые две рыбы, они клюнули, у меня фрикцион был сильно затянут, по всей видимости. Были очень резкие поклевки на короткой дистанции. Дистанция там 1.5 метра, грубо говоря. Вот. И оборвал колебалки. Сейчас вот поставил флюр, он хоть как-то пружинить будет. Пришел Рома. Ром, сколько у тебя? Четыре поклевки? Да. И три оторванные блесны на рыбы. Короче, мы продолжаем персинговать канального сома, сомика. Есть! Есть! Это шестой! Это шестой! И камеру вроде снимает. Да. Ну, собака упертый. Ух, 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 ух. Я его не достал. Есть. 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 О. Вот эти лапка. Отлично. Все, ребятки, схватил сом наконец у меня на воле багер. 0.12 поводок. Ну вот этого я ждал. Маленький сволочь. У нас свершилось чудо. Пастух класса номер один, я про бланк, взял наконец сама. На нулевой класс. А, на нулевой класс, я думал первый класс. Слушай, они здесь черные какие, да? Да. Прям вообще. Ну что, ты рад? Вот это праздник, да. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Вулибагер вязал. Какой я черный. Сам. Вулибагер? Да. Вульгарненько звучит. Да. Все. Найден способ ловли самов нахвостом. Спасибо. Блин, самое приятное, что это мой волейбагер, действительно, который я сам связал. Так, вот тут вот они самые кормятся. Есть покрупнее. Есть! 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 Меня это притомило. Вот он, кстати, у меня уже рука от них болит, вот он давит так, что его с места не сдвинешь. А я тебе говорю, вот их просто с места не сдвинешь.
руками. А ты туда выйди, вперед, Лёш. Я его поднимаю. Понимаешь? А ты же не ругался матом раньше. У меня один такой волейбагер.